согласно посадочным талонам, при использовании багажной полки сначала размещайте ручной клазик в верхнюю одежду. Легкие вещи вы можете расположить под сиденье впереди стоящего кресла. Вещи пассажиров, сидящих у аварийных выходов на крыло, должны быть размещены только на багажном полке. At this time, we would like to ask even our frequent flyers to please remove your earphones and mute your electronic devices to be able to dedicate full attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft. Наш самолет имеет 8 аварийных. Все выходы обозначены световым табло. В случае аварийного покидания самолета пользуйтесь выходами, расположенными по правому и левому борту. Два выхода в передней части самолета, 4 выхода на плоскости крыла и 2 выхода в хвостовой части самолета. Our aircraft has 8 emergency exits. All exits are marked with an exit sign. In the event of an evacuation, use the emergency exits located on each side of the aircraft. There are 2 exits at the front part of the aircraft, 4 overwing exits, and 2 exits at the rear part of the aircraft. Выходы в передней и хвостовой части самолета снабжены натуральными. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к аварийному. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Помните, что ближайший аварийный выход может находиться не только впереди, но и позади вас. The front and rear exits are equipped with inflatable escape slides. The escape path lighting along the aisle will direct you to the emergency exits. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Remember, the nearest emergency exit may be behind you. Ваша кислородная маска находится в панели над вашей маской. В случае разгерметизации кислородные маски выпадают автоматически. При выпадении маски потяните ее на себя. Прижмите маску к носу, дышите на руку. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Oxygen masks will drop down automatically. When this happens, pull the mask towards you, place it over your nose and mouth, and breathe normally. If you are traveling with a child, secure your own mask on first, then assist your child. Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнями безопасности. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Только затяните. Чтобы расстегнуть ремень, потяните пряжку за. Безопасность должна быть застегнута во время взлета, снижения и когда включено световое табло, застегните. Each passenger seat is equipped with a seatbelt. To fasten the seatbelt, insert the metal end into the buckle and tighten the strap. To release the seatbelt, lift the buckle cover. The seatbelt should be fastened during takeoff, descent, and whenever the fasten seatbelt sign is on. Более подробно ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция. Please make sure that your seat belts are securely fastened, tray tables are stowed, and armrests are down. We wish you a pleasant flight.
question about